Двигаемся дальше. На очереди титульный бой в наилегчайшей весовой категории. На Вау-арене творится просто какое-то сумасшествие. Сейчас Азизхан Чоршанби постарается отобрать титул у Мориса Балияна. Итак, Азизхан на наших экранах. Это родной брат скандально известного Чоршанби Чоршанбиева. Но в отличие от него, Азизхан развивается именно в ММА, а не в кулачных боях. Красивый выход. Сейчас будет несколько королей в клетке. Начинает свое шествие к рабочей зоне. Азизхан Чоршанбиев, 22 года всего этому бойцу из Таджикистана, представляющего команду Moscow Puncher Team. Азизхан сам себя называет «помирец» с большой буквы и делает иногда очень громкие заявления. Например, утверждает, что не смотрит бои соперников, так как ему это просто не нужно. По пробе у Чоршанбиева 6 боев, и во всех он одержал победы. Причем все досрочные, 5 раз нокаутом и 1 раз приемом. Правда, есть одно «но». Почти у всех этих поверженных ребят это был единственный бой в карьере. 180 сантиметров рост этого спортсмена, 181 сантиметр размах. И я не случайно называю эти цифры, потому что преимущество Азизхана в антропометрических данных над Балияном, ну, не просто большое, оно практически колоссальное. Сейчас вы это увидите. Очень мощная группа поддержки здесь на Вау-арене и у Азизхана, и у Балияна. Конечно же, всем вам прекрасно известно, как поддерживают армянских бойцов в Сочи. Последнее приготовление. Здесь уже половина зала просто на ногах. А бой еще не начался. Несмотря на то, что в этой весовой категории довольно редко случаются нокауты, я вам предлагаю не моргать при просмотре этого титульного противостояния. Все может случиться очень быстро. И в своем интервью Морис Балиян подтверждал, что он вообще не заметил борьбы Азизхана ни в одном из его поединков.